Всем привет, ребята! Сегодня, вчера у Black Way Brides вышел новый клип. Давайте глянем. Я особо их не слушаю, поэтому для меня каждый раз что-то у них новое. Поэтому я даже не помню, как песня называется, если честно. Но я очень хочу посмотреть, потому что Блэки — это что-то интересное. Всегда у них классные образы. И давайте приступим. Ожидал, что Блэки будет прям сразу резко какая-то мощь, но нет, мне аж прям очень нравится вот это спокойствие. Плюс мне понравились первые звуки с начала песни и образы. Но тут, конечно, я ничего не могу сказать по образам, офигенно, 10 из 10. Лицо у Энди. Я обожаю, когда такие вставки есть в песне. Я могу сказать, мощный клип, мне понравился, в целом мне очень понравился клип. Музыка не совсем то, что я слушаю, но она очень приятная. Мне понравилось прямо начало, этот клип, и где типа хоровое пение их вместе. Гитары тоже клёвые, но я не очень люблю вот этот жанр такой у них под хард-рок, что ли, вот так, если сказать. Вот, но в целом клёвый клип, но в этот раз не так кинематографично, как было Scarlett Cross. Вот, это есть такой простенький более клип, но мне очень сильно понравилось, потому что это Блэки, это стиль,
Это, опять же, у них всегда красивая картинка, у них всегда очень круто подобраны образы и очень круто-круто прям, ну, действительно снятые клипы, как для кино. Вот если взять каждый клип, то, можно сказать, маленькая какая-то история. В общем, гитары, конечно, шикарные. Вот, а сама вообще в целом картинка, все даже фоны красиво, все так, ну, подобрано круто. В общем, действительно, 10 из 10 я ставлю этой песне. Мне понравилось, хоть блоков я не слушаю, но мне действительно понравилось это. Ребят, пишите, как вам видео, понравилось или нет, слушайте вообще блоков или нет, и что вам хотелось бы, допустим, у них в клипах увидеть. Либо хотите изменить стиль, как они были раньше, Legacy, типа того, или нет. Так что вот, спасибо всем за просмотр, до скорой встречи в новом видео. Репостите видео, комментируйте видео, это очень важно для продвижения канала. Также есть почта для сотрудничества, так что всем пока и до скорых встреч в новом видео.